В древности, в языческой Руси, в этот день все чушь нести могли. Шиворот на выворот одежду надевали и несли надежду, чтоб домового ото сна разбудить легко смогла весна. Зиму, как медведя, был он в спячке, в этот день искали все заначки. После равноденствия был в дреме, не берег совсем порядок в доме, а с апрелем в бодрости проснется, вот народ в деревнях и смеется. Должен был увидеть домовой, что не спящий люд вокруг живой. Шутит, улыбается, смеется, вот и домовой тогда проснется. Чтобы домового ублажить, люди и стараются шутить, чтоб ото сна он не бузил, а как прежде радостно зажил. Кашку, молочко под печь поставят, пусть просунья Кузя уплетает. Сами друг над другом потешатся, чтобы домовой смог посмеяться. В древности, в языческой Руси, в этот день все чушь нести могли. Шиворот на выворот одежду надевали и несли надежду –